я вам 100 разів казала, що сьогодні понеділок незвичайний, що сьогодні кожен знайде в ньому своє свято, свою якусь корисну інформацію. І ми хочемо привітати усіх перукарів з їх професійним днем. І до нашої ранкової студії завітав спеціаліст міжнародного рівня. І зараз я вам його представлю, щоб у вас одразу так, знаєте, розправилися плечі, і ви зрозуміли, що сьогодні в трендах, що потрібно робити зі своїм волоссям. До нашої студії завітав Євген Кулік, перукар міжнародного класу, член ради ABC, суддя ABC Україна, абсолютний чемпіон України, призер Прибалтики, 3 рази нагороджений грамотами за внесок у розвиток перукарського мистецтва України. Доброго ранку! Так. Доброго ранку, Максим, Ангеліна, доброго. Доброго ранку, тут, знаєте, перелік такий. Таке запитання одразу під'їхати, а що зробив ти? Так, цього ранку, наприклад. Інтересно, просто смотрю інформацію зразу, я її не давав 3 рази награжден. Це ви вже її где-то у себе получили? Ми ж працювали. Приятно. Євген, хочеться розпочати, от, напевно, з такого, не знаю, гарного чи негарного моменту. Я вчора змінив зачіску. Тобто в мене в основному було трішки довше волосся, такі кудрі, у мене волоси в'ються від природи. От я змінив, у мене нова зараз зачіска. На вашу думку, як міжнародного експерта, вона мені пасує чи ні? Ну тут можна коротко, там не сильно. Максим, ну давайте так, якщо учитывать вашу специфіку роботи, так, і ви в екрані, я думаю, що все гармонічно. Все. Браво! Ти зробив все правильно. А ось дивіться, взагалі, наприклад, якщо в житті, то йому краще відпустити волосся, щоб було довше? Я взагалі думаю, що здесь в першу чергу завжди потрібно ставити в пріоритет стояння комфорту. Если вам комфортно, и вы понимаете, что это все в гармонии с вашим образом жизни, мышлением, вообще представлением мира формы, то здесь всегда выбор стоит. Я считаю, что главное, чтобы это имело ухоженный и достойный вид. А ось ще одне запитання. Зачекай, можна я уточню зараз? Ну, давай. Ти не кипішуйся, нормально. Тобто ми можемо казати про те, що це зараз був такий певний інсайт від майстра міжнародного класу, що не потрібно гнатися за трендами, якщо тобі комфортно з тією зачіскою, яка в тебе є, от і носи собі. Да. Максим, смотри, если говорить с позиции сейчас нашей сегодня дружеской беседы и с некоммерческого направления, то сейчас это был инсайт именно от человека, который как бы прожил определенный период творческого пути в бьюти-индустрии, поэтому я в первую очередь за гармоничность. И вообще сейчас как бы все равно все, что происходит в мире, да, наш парикмахерский мир старается все-таки представлять сообществу и людям все-таки мир экологически комфортный. И поэтому мы сегодня, в принципе, используем все-таки направление, связанное с натуральностью, чтобы это были чистые, легкие, виды, подчеркивающие линии какие-то волосы, то есть как можно максимум все, что вот связано с созданием природы, то есть вот как-то так. Класс. Мені подобається цей напрям. Ну, давай вже. Так, а мені все ж таки було цікаво, знаєте, про цей момент, що Максима кучері, і у дівчат також є кучері. І зараз, не знаю, якась така, ну да, такий факт. І така зараз тенденція, що просто всі почали виправляти своє волосся. Це тому, що тренди так диктують, чи тому, що... От хороший вопрос, Ангеліна. Я думаю, що це не тільки зараз, не тільки зараз. Це, опять же, свойственность чисто человеческому вот такому ресурсу, когда у тебя волосы вьющиеся, ты обязательно хочешь их выпрямить. Это некий такой протест свобод внутренний и постоянный вот этот поиск гармонии. А когда ты приобретаешь себя, у тебя вообще в принципе все идеально. Ну, это вообще идет вторично, если мы говорим вообще о человеческом как бы, представлении в целом. Да? То есть я думаю, что в первую очередь все-таки должны у человека присутствовать духовные качества, врожденная интеллигентность, воспитание, уже в связи с тем, конечно же, образ, который мы несем. І... Думаю, все-таки ми повинні об этом не забувати. Я тут повністю погоджуюся. Бачиш, мені подобається, так. Ну, я взагалі в захваті. Мені подобається ось на такі теми говорити. І тепер я естафету заберу від тебе. Ну, давай. Тобі пасую. Дякую. Жень, скажіть, будь ласка, зараз які основні тренди саме в чоловічих зачісках? Зараз актуально, в принципі, стрижки удлинені.
Сейчас мужчины начали активно волосы отпускать. То есть мы сейчас берем направление на итальянцев. Це такий темперамент стізаческий, можливо, навіть обруч може бути. Опять возвращається. 90-ті? Тренди, так, на удлінені волоси, удлінені стрижки. А до яких ми зараз трендів повертаємося? Це які були роки? 80-ті чи 90-ті? Коли такі були? Максим, я не думаю, що ми повертаємося. В принципі, все циклічно в житті. Тобто ми ж це все прекрасно розуміємо, що все йде по спіралі. І, опять же, якщо говорити о тому, що чому сьогодні удлінені мужская, в мужском, допустим, стиле стрижка удлиненная, потому что, ну, как бы, если говорить визуально, на нее не так, она не так затратна во времени, если, допустим, там короткие волосы надо уложить, там феном, то тут ты как бы вышел из душа после тренировки, и вот легкие какие-то там линии у тебя спадают на форму лица, поэтому по сути, если разобрать, мы сегодня не смотрим и не анализируем, мы можем анализировать как раз тренды тех былых времен, но сегодня в приоритете все-таки создание вот некой такой свободы, то есть человек сегодня вообще как бы свободу ищет во всем, да, там в дыхании, в жизни, в своих каких-то творческих там, проектах, в отношениях человеческих. Также касается и этого направления. То есть, опять же, если углубиться, скажем так, в этот вопрос, волосы как элемент, да, скажем, украшения человеческого образа сегодня должны также гармонично соответствовать тому образу, тому направлению стиля, который человек для себя сегодня хочет вот рекомендовать в массы. Угу. Как так. Он сегодня себя хочет заявить в обществе, в принципе. С этим и связан подбор, я думаю, стиля волос. Ну, потому что не может идти вразрез там, волосы с стилем направления в одежде, опять же, с тем делом, которым он занимается, да? То есть это все как бы должно... хочется. Категорично. Оп! Ангелина, я думаю, что здесь как раз вопрос именно в том, состоит какая-то будет длина, да? Да, то есть если мы говорим, допустим, как диктор, вы выходите в эфир, мы понимаем, что, в принципе, не должна быть там прическа броская. То есть, опять же, в зависимости от того, какая это передача, mm-hmm. да, какая она не имеет смысловую нагрузку. То есть если это диктор новостей, мы прекрасно знаем, волосы должны быть убраны. То есть ничего, чтобы лишнего в кадр не попадало, когда да, мы работаем, человек именно преподносит информацию. Угу. То есть, опять же, здесь как раз к тому вопросу, когда мы вернемся. То есть если волосы прямые, в принципе, сегодня столько технологий, что можно их завить, угу. в легкую какую-то завивку. Кстати, если говорить о женских трендах, сейчас, я думаю, что 22-23 год завивки будут возвращаться. Ага. Да, именно для того, чтобы подчеркивать текстуру волос. И это такой некий экшен, потому что вы можете как их выровнять, да, также и оставить их просто влажными там после спорта, опять же, или в жизни. Вам не обязательно же всегда в жизни. Хочется просто походить. Дивіться, тут одразу запитання. Бачите, ексклюзивна інформація. Шановні глядачі, про те, що завиваємо волосочку тепер. Да, завиваємо. Є такі, знаєте, які раніше, 90-ті були, дуже об'ємні кудри, прям такі пружинки. А потім з'явилася така легка хвиля, потім голівудська ось ця хвиля. Що буде на цей раз і чим краще крутити? Ангеліночка, ви розумієте, що дійсно, якщо говорити о прогресі, ага. Да, вообще, ну вот о нашем парикмахерском прогрессе в мире формы, то с 90-х вот этот период, как раз потому что мне это интересен вопрос, я застал 90-е, я еще работал в парикмахерском зале, угу. то есть это был женский зал, был мужской зал, то есть это буквально маленький период, потому что я успел закончить учебное заведение и пришел на практику. Понимаете, тогда мы не имели такое количество информации, которое имеем сегодня. Чем прекрасно и замечательно сегодня время наше? Тем, что сегодня одним кликом, в принципе, то, что мы
кто-то говорит кому-то во вред, а кто-то во благо. Ты можешь получить максимум информации. Помимо того, что эту информацию ты можешь получить, ты можешь ее, в принципе, сегодня же и принять. Существует масса тренингов, мастер-классов. Хоть каждый день сегодня бери и иди. Обучающая программа настолько развита, потому что, то есть... И к чему я это веду? Естественно, это представление того времени 90-х, когда мы заходили в парикмахерский салон и видели эти тоненькие коклюшечки, все на них крутили, да, выполняли химическую завивку. То сейчас их разнообразие, наверное, до 1000 составов только химических под определенную структуру волоса. Да? Ага. То есть это же целое... Ну, наука, не побоюсь сказать громко, ребята, таким словом назвать. И да, у нас есть в нашей, скажем, назову тусовка, такое слово модное. Комьюнити. Комьюнити, да. Мне так, комьюнити мне больше... Люди, которые, да, у нас дали прям направление в это, глубоко проникли и изучают его, и проводят прям мастер-классы и конгрессы по химическим завивкам. Ребята, все очень прогресивно так изменилось. Так, да, все? Да, да. Дивіться, Максим питав про стрижки, які популярні у хлопців. Що у нас зараз? Бобкари? Там, чи що у нас? А, у девочек, да. У девочек. Я потом запитаю. Ну, не секрет, да, Ангелин, как говорят, разные, как там, лайфхаки и все остальное, что бросил парень, подстригла каре, жизнь дала трещину, да, каре, да. Разлучился с дружиной. Нет, на самом деле я просто думаю, что специалисты понимают, если мы будем говорить, но это не формат нашей с вами дружеской утренней встречи, посвященной нашему празднику, нашему профессиональному. На самом деле есть определенные длины, которые могут выгодно подчеркнуть красоту ваших волос. Потому что наполненность волос у всех разная, структура волос у всех разная. И в большинстве случаев каре – это именно та длина, в которой максимально можно показать богатство волос, красоту волос, открыть там, зону декольте, то есть подчеркнуть девушкам красивую шею, то есть, да, открыть плечи. То есть говорить о трендах сегодня я предпочитаю смотреть, например, показы наших специалистов, ребят в фэшн-индустрии. Также заграничные, понятно, есть. И, ну, мы как бы ориентируемся всегда плюс-минус на то направление, которое нам дают лидеры в в моде. Вот. И опять же, если говорить о цветных сегодня, вот, если заметить молодежь, да, всегда можно провести аналогию какого формата, потому что мы точно так же в свое время самовыражались, нам хотелось какого-то протеста внутреннего, то есть вот прийти и обществу заявить: «Вот я». Все-таки, да, чтобы на меня обратили внимание. И это как бы сложно, да, сделать, когда ты, ну, не особо из себя представляешь какой-то, ну, то есть у тебя не стоит определенный какой-то опыт жизненный, да, то есть, ну, у тебя нет какого-то статуса, да, еще, и ты только входишь в этот мир, и ты к обществу, вот, там, значит, хочешь смело проявить. Поэтому я, честно, абсолютно не вижу в этом... никакого-то кричащего там, понимаете, СОС. Это дети, они так выражаются. Надо вспомнить себя, какие были мы, дети. Мы были такие же, просто мы, опять же, не были в таком мире носительности информации. Мы получали информацию из журналов, да, там первый журнал «Ровесник». Ну, то есть мы тоже, у нас были кумиры, там та же группа «Depeche Mode», осветляли какие-то челки, но это была перегидроль, то есть в лучших каких-то, вы же тоже не нужно забывать, что в Киеве, понятно, в столице информация всегда поток, ее много. И, конечно, наши коллеги, которые работали, допустим, в Киеве, они значительно отличались уровнем своей работы от тех коллег, которые работали в каких-то там, ну, более там периферийных городах, областях, да, естественно, потому что здесь была, во-первых, информация, во-вторых, здесь было более, как можно быстрее получить ее, приобрести какие-то препараты, какие-то красители, в том
то время. Да? Поэтому сейчас, когда молодежь, в принципе, в большинстве, это, я думаю, они делают это дома самостоятельно, они не идут в салон красоты. Вот. Сегодня, слава богу, можно заказать всевозможных этих тоников, все это сделать и приятно совместить там со своими друзьями какую-то тусовку. Вот. Касательно вот этой моды молодежной, поэтому... Я считаю, что если за этим стоит философия определенная и смысловая нагрузка, которую они дают обществу, да, то я в этом ничего не вижу абсолютно. Считаю, что даже можно на стрит-фэшн, на уличной моде, мы очень часто берем определенные какие-то идеи для того, чтобы потом уже это сделать в какую-то коллекцию, но это уже понятно, там где-то как в скульптуре, там оттесали, там то-то, то-то какой-то, и уже... Да, ну очень часто уличная мода, в принципе. А сегодня это, ну я же говорю, такой выбор информации. Виходи на улицу, іди гуляй і знайдеш себе абсолютно. Так, у мене одразу під'їжджає два запитання. Да. Перше, мені дуже подобається твоя позиція з приводу зачіски, що це про внутрішній світ. Угу. Є зараз, от останніми роками, дуже поширено таке, що от, у чоловіків різний тип бороди. Угу. На твій погляд, це також внутрішній стан? Чи це вже елемент іміджу вже? Это, здесь, конечно, нужно очень, да, не забывать о том, что это элемент имиджа. И, опять же, для мужчин борода – это конкретный такой, как сказать, ну, давайте назовем это аксессуаром, потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, что мужской пол от женского пола отличается тем, что, ну, девушки сегодня в мире бьюти, там, индустрии, всевозможных докторов красоты могут... подчеркнуть определенные нюансы там, касательно губок, каких-то там скул и все. Мужчины, естественно, когда они уже хотят придать какого-то, ну, серьезности образа, скажем так, да, какого-то брутальности, скажем, опять же, где-то в какой-то мере тщеславие, может быть. Ну, то есть, конечно, да, борода в этом плане, такое открытие много-много лет назад, в принципе, было. Ну и плюс, конечно же, можно скрыть определенные дефекты. Я думаю, что это самая основная, в принципе, позиция бороды. И вообще, как бы для мужчин, которые не заморачиваются и не особо любят, хотя, Максим, так. Я считаю, что и если ты заявляешь себе в первую очередь о том, что ты хочешь стать таким ярким носителем, фанатом бороды, я считаю, что ты должен понимать, что это определенный уход. Ну, це відповідальність кожного тижня. Однозначно. Імір і хочеш, не хочеш. Ну, я думаю, об этом бы лучше рассказали наши коллеги-барберы, потому что там, конечно, целая специфика, культура, направленность, имиджология, философия. То есть там абсолютно четкий подход, начиная от того, консультация, какая это будет форма, какая это будет носибельность, до подбора инструментов, домашний уход, расчесочки, знаешь, для бороди є даже. Жень, ну і да. Можемо не підійти до найважливішого. Сьогодні день перукаря. Да. Хочеться дізнатися твою от, думку як міжнародного експерта, якими якостями людина повинна володіти. Можливо, це уява, можливо, це якась творча, знаєш, така особистість повинна бути, аби стати от перукарем. Угу. Щоб не ремесленник, знаєш, не ремесленник. Да, я понял, конечно. Вопрос очень хороший. Спасибо большое за вопрос, Максим. Ну, во-первых, сегодня 13 сентября, любимое мое число, 13 цифра. Да. Прям я очень рад, что... Во-вторых, как никогда осень нас радует, да? Прям замечательная погода сегодня стоит. Я уже успел поздравить всех своих коллег, любимых, друзей, приятелей, учителей, своих тренеров, своих гостей, которые приходят ко мне, и мы общаемся, создаем им имидж и образ. Все-таки я считаю, что если разбирать с духовных законов, так. А я предпочитаю об этом больше говорить в последнее время, то все-таки натура должна быть творческая. Я думаю, что это не так сложно заметить в процессе, в принципе, воспитания родителей, потому что я занимаюсь этим с 13 лет. Ну, как бы я четко хотел этого, однозначно пришел знак.
Ну, це окрема історія, вже ми не в ефірі. Не можемо казати в ефірі, да, який саме знак? Да. И я четко знал уже с 9 класса, я, в принципе, начал развивать это все направление, несмотря на то, что у меня вообще никого нет в династии, ни парикмахеров, у меня мама директор школы, папа адвокат. То есть мне не дали, не сломали, вернее, жизнь мою творческую, а наоборот дали все возможные, полностью карт-бланш во всем, так, во всем выборе этой профессии прекрасной. Поэтому я считаю, что творческая душа, в принципе, она всегда с открытыми глазами, с теплым сердцем. И когда ты открыт этой энергии, потому что ты работаешь с людьми, только тогда ты можешь прочувствовать, в принципе, человека, когда ты любишь людей. Поэтому всем тем, кто не особо любит людей, я не рекомендую просто идти в эту специальность. Потому что, да, действительно, в принципе, удел ваш будет именно ремесленнический. Я никого не хочу обидеть, потому что это все равно профессия. Есть люди, которые относятся к этому как профессии, к зарабатыванию денег, почему нет, но они могут при этом быть техническими исполнителями. Так. Есть люди, которые всю жизнь сознательно в этой профессии ищут себя, то есть найти как творческая единица себя, а есть люди, которые просто созданы для этого, они не могут жить никаким другим иным миром, потому что именно этот мир помогает им уйти от повседневных проблем, от каких-то, ну, всего того, что окружает абсолютно банально каждого из нас. Угу. Да? То есть мы же все находимся в мире формы. Вот. Поэтому, когда, я думаю, вот этот ответ и есть, когда человек не говорит, я постарался сегодня, по-моему, ни разу не упомянуть слово «работа», потому что для меня это работа и не было никогда. Это внутренняя работа, да. Класс. Но это хобби, которое переросло в мир, в котором мне прекрасно, мне гармонично, мне комфортно. Его наполняют замечательные люди, мои коллеги с разных городов, с разных областей, разных стран. Это путь длиною в 27 лет уже. И я думаю, что это только определенная какая-то точка отсчета того, что мы будем делать дальше. Потому что когда человек, ведь окружение делает человека. Мне очень повезло на моих учителей, я благодарю их, вот передаю привет в студии, будучи, вот сижу теперь. Можно на меня прям с телевизора посмотреть. Очень люблю своих коллег. Мне повезло. Я бы очень хотел, чтобы каждому, кто прикасается к таинством такой прекрасной, замечательной, божественной профессии. А почему божественной? Потому что мы работаем с энергиями. То есть вот я должен четко понимать, вот ты пришел ко мне, так, и я максимально должен для себя, перед собой я ставлю эту ответственность, сделать твой мир счастливей, чтобы ты вышел и ты получил эмоцию, за то время, которое ты у меня провел, да, мы пообщались на темы приятные тебе. Тебе было комфортно, то есть ты не спешил уходить, но при всем при этом ты еще вышел, и ты себя чувствовал просто вот настолько гармонично. У меня одно запитание. Тобто, выходит, перукар, он как психолог? Однозначно. Но это уже левел для просветленных, скажем так, парикмахеров более. Да, ну все начинаем определенно. Начинаешь всегда с желания. Ну человек должен это почувствовать, что я желаю. Хороший вопрос, Максим, потому что он глубокий. Я никогда изначально для себя не сопоставлял специальность с зарабатыванием денег. Это пришло намного позже. То есть я изначально просто хотел, вот понимаешь, просто работать со знаменитыми людьми, снимать какие-то коллекции, постоянно участвовать в конкурсах. Поэтому конкурсная жизнь – это вообще неотъемлемая часть моей творческой жизни. То есть там очень много. Это уже спорт. Это намного глубже просто даже, чем уже исполнение, как мы говорим, ремесленников или там арт-кутюр, кто занимается. Здесь очень-очень много ниш.
также. Если говорить об этом глубоко, то это, в принципе, целая наука. Я взагалі просто згадую, що на днях спілкувалася з художником, і він каже, художник, каже, це не професія, це стиль життя. І зараз в вашій розповіді теж розумію, що перукари – це теж стиль життя, наповнений конкурсами, цікавими людьми, ідеями, їх втіленням. І ми за це вам дякуємо, за те, що ви нас так зараз надихнули. Інколи, знаєте, займаюся улюбленою справою, і кажеш на неї так образливо «робота». І от сьогодні я хочу позбутися цього слова «робота» і привітати вас ще раз цим прекрасним днем, побажати вам ще більше креативних ідей, ще більших звершень, і дякуємо вам за те, що ви звітали до нашої ранкової студії. Спасибо большое, ребят, что пригласили, было очень приятно с вами пообщаться. Приглашайте еще. Наступного разу много вже поговорим. Будемо щось різати, чекати. Ну, не вопрос. Дадим, покажу маленький мастер-клас. О, слушай, ну, це ми з радістю. Так, да. І ми тобі дякуємо, що ти почав ранок у нашій компанії. Приємно поговорили. І знаєш, от можна поглянути тепер на цю професію зовсім з інакшою сторони. Мені би дуже хотілося, щоб люди смотрели на нашу професію з другої сторони. Ну, ти знаєш, я впевнений, що саме так тепер буде і відбуватися, друзі. Тому от ви розумієте, що на кожну роботу тепер можна дивитися зовсім з інакшої сторони. Дякуємо вам за те, що переглянули це відео. Ми стараємося робити так, щоб весь контент був для вас цікавим та унікальним. А мене звати Ангеліна Таран, і це ранкове шоу «Правда тут лайв». А мене звати Макс Сербін, і я вам рекомендую підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати коментар і не забути переглянути весь актуальний матеріал.